OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Рашистські загарбники провалили штурм біля Ізюма. Там знищено майже всю 35-ту загальновійськову армію. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Ключові висновки такі. Рашистські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма, а також на захід від Лиману. Та навряд чи зможуть зробити значне просування до Слов'янська. Далі, окупанти домоглися незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька на Луганщині, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в місті та його околицях. Водночас загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку. Рашисти не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області, тож продовжують захищати раніше зайняті позиції. Окупаційна влада продовжує стикатись з громадським опором і партизанськими діями. Рашистські окупанти швидше за все розтратять увесь свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк на Луганщині. І тому ворогу може не вистачити сил на захоплення Донецької області, вважають американські аналітики. Я могу сказать, что у Путина кончится быстрее всего. Это даже не деньги, не ракеты. У него быстрее всего закончится пушечное мясо. Потому что резервуар этого пушечного мяса в нашей ситуации, в данной ситуации, он очень ограничен. Путин боится и не идет на тотальную войну, на всеобщую мобилизацию. И пока в качестве пушечного мяса используется конкретный сегмент социальный. Это бедные молодые люди из депрессивных регионов, из русской глубинки. Вот эти люди, они, во-первых, как бы их ресурс ограничен, потому что из этих глубинок уже погнали на войну кого могли, а Москву, Питер там трогают, крупные города там трогать боятся особо, и воюют в основном, значит, вот эти люди нищие за 3 копейки, что называется, абсолютно, кстати, важно, такая армия не может быть сильно боеспособной, потому что они не имеют какой-то идейной мотивации, они имеют только корыстную мотивацию и страх. И в какой-то момент страх перед врагом, то есть в данном случае перед противником, перед украинцем, может стать сильнее, чем страх перед собственным начальством, они просто побегут. Это первое. И второе, этот ресурс, он ограничен просто физически, потому что их не так много, этих людей, которых можно использовать пушечного мяса. Москвичи, я думаю, молодые. Тут важный момент, что молодежь меньше... Вот когда я говорил про это телебыдло, да, которое сидит у телевизора, им вкладывает фарш в голову. Это не молодые люди, то есть не те, кто должны воевать, не те, кого забирает в ту же армию. Да? Это, прежде всего, люди... Самые вояки в России — это пенсионеры, люди предпенсионного возраста. Те, кто готовы воевать, которые, значит, буквально скачут с дивана, сейчас возьмут гранатомет и будут палить. Вот оно. Но они физически воевать-то не могут, потому что они уже старые и больные. А те, кто может воевать, то есть молодежь, вот кроме тех, кто за деньги готовы за несколько тысяч долларов продать свою жизнь, то есть, в общем, не считаясь из глубинки, вот кроме них они абсолютно воевать не хотят и не готовы. Это видно даже по социологическим опросам. И, несмотря на всю их ущербность в России. И они, собственно, в пушечное мясо идти Путину не подрядились. Их можно загонять только физической грубой силой и насилием, и это приведет к дестабилизации режима. Или пытаться, что сейчас пытается Путин делать, задействовать все резервы вот этого глубинки, все резервы людей, которые готовы продавать себя за, называется, мелкий прайс, продавать свою жизнь. И такие люди у него заканчиваются, это видно и по переговорам, которые публикует украинская сторона между российскими военнослужащими, это видно по той информации, которая к нам, вот иммигрантам, приходит, в том числе и от из разных источников, из российской армии. Так что никаких 10-20 лет там нет. Это пушечное мясо закончится довольно быстро, в течение месяцев, а не лет. Ни бумаги, ни пробок, ни проволоки. Игристые вина тоже пострадали от санкций. Отечественные производители игристых вин жалуются на дефицит самых необходимых аксессуаров, без которых невозможна торговля ими. Антироссийские санкции породили и неожиданные проблемы. Неожиданно, вот прям неожиданно. Только-только приучили весь мир, что настоящее шампанское может быть только у вас, а сейчас его нет... Пива ни от водки, ни от настойки боярышника ничем не отличить, то по сути невозможно буде. Неожиданно, потому что, ну, потому что санкции, вони ж исключительно на пользу идут, если кто-то забыл. А если забыл, ничего страшного, вам сейчас все чаще и чаще будут про це напоминать.
Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России. Путин заявил, что Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет. Глава государства подчеркнул, что успех страны зависит от труда и достижений россиян, объединенных общими ценностями, культурой, традициями и уважением к истории. Про ум я только что-то вот вообще ничего не почув. Или ум в укреплении России вообще не участвует никаким боком. Того воно так хорошо все и укрепляется. Настолько хорошо, что сам укрепитель, он тут же сам через запятую так признаешь, что, ну, блин, да, конечно, в общем, фигня какая-то. Получается, ну и что, и что? И что в этом поганого? Не вижу проблем. Путин не нашел ничего страшного в провале импортозамещения. Президент РФ Владимир Путин не увидел проблем в том, что власти не успели что-то завершить по импортозамещению. По его словам, импортозамещение не панацея, а Россия собирается развиваться в целом. А как вот мне интересно с точки зрения логики, можно развиваться в целом, при этом не развиваясь, ни по одном из направлений, более того... Чей катастрофично проваливаючись по каждому из этих направлений. Оборудования нет. В России массово срываются госзакупки техники и ПО. С начала года в России не смогли совершить 9,5 тысяч госзакупок в области информационных технологий на общую сумму 27 миллиардов рублей. Срыв госзакупок на рынке связывают с оттоком специалистов, уходом иностранных вендоров и нарушениями логистики. Да не вижу никаких проблем, скажи Путин. Ну, нема оборудования и не надо. А тем более, нахрена оно вам надо? Я, слушайте, я бачив, що ви на ньому ізготовляєте, ну вас нахрен. Все, підіть чим-то другим там займіться, да чим угодно, лиш би ото по вулицям безцельно не шлялись, да піво своє не пили, тим більше воно все одно не вставляє вже. Рабочие автотора вместо иномарок будут собирать голубику. Находящаяся в вынужденном простое из-за санкций калининградская компания «Автотор» предлагает своим работникам вместо производства иномарок заняться сбором урожая. Об этом сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», опубликовавший приказ. Так вот это и есть той ваш знаменитый «Русский автомобиль». Сісти жопой в ведро ягод и катайтесь, аж пока жопа не посиніє. Желательно голой. Голый, потому что новые трусы вам не факт, что сейчас кто-то организует. Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций. Российские переработчики текстиля столкнулись с дефицитом сырья из-за прекращения импорта из Европы. А у вас вообще что-то свое когда-нибудь было? Великая держава, яка даже ниток мотать не научилась. И, кстати говоря, может и хорошо, что не научилась. Потому что я представляю, из какой проволоки они бы тех ниток намотали. Женские гигиенические прокладки начнут выпускать в Удмуртии. Производство планирует открыть ижевское предприятие «Локомотив». Предприятие «Локомотив» из вторично переработанного полиэтилентерефталата изготавливает материалы для строительства и ремонта. Аналога данной продукции в стране нет. А у вас женские прокладки, они что, уже материал для строительства и ремонта? А, ну да, они же вторичные переработки. Ну, конечно, аналогов нет. Де ж ти ще такий гавнет такого аналу найдеш? І мені просто інтересно, ці железнодорожники, вони там презервативи вторичної переробки, вони не збираються випускати? Можна, кстати говоря, із тих же прокладок по третьому разу їх пускати? Ну, зачем же добру пропадати? Короче, молодці, от я должен вам сказати, молодці. Нашли собі железнодорожники, ну, хоч яке-то заняття, бо я вже думав, вони там сидять от скуки, позіхають. Глава Минтранса: санкции практически сломали всю логистику в России. В России на фоне санкций возникла необходимость в новых логистических коридорах, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Он отметил, что введенные санкции практически поломали всю логистику в стране. Теперь приходится искать новые варианты, сообщил господин Савельев. А це шо? Оце шо таке? Оце чим вам не варіант? Ви для начала цим научиться пользоваться? А мало буде там наші пацани вам ще не один логістичний коридор такий нарисують, якщо ви з першого разу не розумієте. Дальше що? От що дальше? Проблема ж не в коридорах. Проблема в тому, чим їх заповнять. Кстати говоря, спасибо, що напомнили. Колян, перестань курити в коридорі. Водителей много, работы нет. Волгоградские дальнобойщики заявили о кризисе в грузоперевозках. По мнению перевозчиков, уже к осени рынок грузоперевозок может просто посыпаться. Ты бой, каким оптимисты. Та до осени вся ваша страна нахрен уже может посыпаться. Что вы там возить вообще собрались, я не понимаю. Железобетонные прокладки? Вы что, забули? Що вся ваша страна участвує в спецоперації. А це такі спецоперації, да, по перевірці того, на що ви в цій житті взагалі способні. Відповідь, я сподіваюся, вже всі отримали.
все осознали? Чи ще трошки так поупорствуємо? Да. Ну так тоді не удивляйтесь, если вдруг окажется, что самостоятельно вы даже пальцем в жопе поколупаться не можете. Одного не понимаю, зачем для осознания цього надо було десятками тисяч в Україні подихати? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.